Воспитанник Хасаидутовского училища Олимпийского резерва Абдулмаджид Кудиев стал победителем первенства Азии Ю-23 в составе сборной Таджикистана, сообщает сайт «Фрездаг». Турнир прошел в столице Кыргызстана, Бишкеке. Весит до 65 килограммов. Ученик заслуженного тренера России Магомеда Гусейнова провел на азиатском первенстве 4 схватки. В финале со счетом 10-0 Абдулмаджид Кудиев победил Адена Сакыбаева из Кыргызстана.